Начинаем выпуск. Сегодня Россия отмечает День знаний. После летних каникул школьники вернулись за учебные парты. Торжественную линейку у здания 89-й школы Ярославля посетил Дмитрий Миронов. В этом году образовательное учреждение приняло почти 100 первоклассников. Новым ученикам временно исполняющий обязанности губернатора области пожелал упорства в получении знаний и хороших отметок в дневниках. А также вместе с ребятами побывал на первом в их жизни уроке. Затем Дмитрий Миронов отправился в КЗЦ «Миллениум». Здесь первокурсников принимал Ярославский государственный университет. Вы сделали свой первый ответственный выбор. И теперь вам предстоит достижениями в учебе и исследовательской работе подтвердить свое право быть частью студенческого сообщества. Интересные наблюдения наших корреспондентов на первосентябрьской линейке. Среди цветов стало меньше гладиолусов, а большинство первоклассников мечтают стать учителями. По крайней мере, так сложилось на торжественной линейке в 37-й школе Ярославля с углубленным изучением английского языка. С праздником учеников и учителей здесь поздравил исполняющий обязанности председателя регионального правительства Дмитрий Степаненко. Он осмотрел школу, посетил классные часы, пообщался с учителями и школьниками. Школа – это основной этап в нашей жизни, это фундамент, который мы закладываем для дальнейшего формирования личности каждого из нас. Я хотел бы пожелать первоклассникам не только, я уверен, достойных знаний, которые вы приобретете в этой школе, но также приобрести верных, близких друзей.